Вот наш домик, то есть наша квартира. Вот так мы украсили свой дом. Конфетки. Там елочка горит. Так, у нас есть свое здесь болото, в котором квакают лягушки. Они просто сильно квакают, это просто нереально. Я такого еще не слышала. Вот здесь есть для собак тоже. Люди уже все разбирают. У нас Рождество прошло. Завтра Новый год. И уже все, какие-то птицы здесь летают. Шаута все пытался за этой птицей погоняться, не получилось. Там у нас лес. Этим забором. В общем, мы живем среди леса практически. Вон хоть забор есть. У нас образцово-показательные дома. Так вот украшают на Рождество. Ну и мы, в принципе, тоже не отстаем. Там наши конфетки горят. Сейчас, правда, гуляем уже не совсем все получается. Ворота. У нас есть ключи, соответственно, на которые мы нажимаем, чтобы открыть. Ну и также здесь калитка есть. На калитке тоже стоит код. То есть, поэтому здесь никто лишний не зайдет. Тут камеры стоят. Так, закат уже. Вот эта дорога идет. В общем, там за теми домами, если видно, там есть парк. Вот. Там можно на велосипеде покататься. Ну, такие тренажерки есть небольшие. Вот. И есть еще спрей-парк. Вот наш дом. Такой вот. Это сзади, кстати, вид. Наши спальни. Два окна. Это вот эти вот два окна. Здесь тоже лягушки плакают. Мы гуляем по мостику в Джон Честнут парке. Ребята хотят белочку покормить, хотя нельзя кормить здесь белочек. А ее кто-то сюда. Ну, кто-то хочет покормить. Вот она. Вот это она крикает. Идем кушать. На, вот здесь. Я ее не пугаю с телефоном случайно. Вот здесь. На, вот здесь, ты из рук не корми, она может укусить. Ага. Вот она. Вот. Подожди, вот она. Любишь грецкий орех? Не, она любит крембери, ей понравилось. Нет, она его не ест. Нет, да? Она же наелась. Что она взяла? Просто крембери до этого наела. На, вот миндаль. Крембери, товарищи, это клюква. Частично уже говоришь на английском. Ну, все, она здесь. А, вот она. На. Миндаль будешь? Будешь? Еще пекан есть. Вот миндаль. Будешь? На, вот здесь. Ее, наверное, здесь все кормят, не только мы. В основном такая полненькая. Ты все там собьешь, я же там положил кучу всего. Все, идем кушать. Идем кушать. Идем. На. Всем привет. Сейчас вечер. Мы приехали торговый центр Цитрус Парк. Будем здесь прокалывать уши, потому что у нас у девочки появилось желание огромное проколоть уши. Уже неделю, наверное, она об этом говорит. Вот. Поэтому мы сейчас посмотрим, как нам это будет здесь делать. Напоминает, как будто ты в каком-то маленьком городе находишься. Игровая зона. Так, вот здесь мы будем, наверное, прокалывать, если получится. Вот там уже кому-то делают. Так, мы будем убирать сейчас. Такой симпатичный магазинчик. Все для девочек. Для модниц. Мы здесь покупали им косметику один раз. Девочкам тени. Ногти. Какие хочешь. Украшения. Здесь вот будем прокалывать. Теша наконец-то решилась. Наконец-то решилась и ходила, переживала. Очень сильно хочет, но боится. Ты, Теша, выбрала, какие будешь? Я выбрала вот эти. Вот эти малюсенькие, да, такие?
Да. Фиолетовые, что ли? Да. Хорошо. Корона там у меня лежит. Попросили у меня ID мой. Сейчас буду заполнять. Расписываться. Ты принцесса. Скажи спасибо, Стефани. Not a problem. Here you go. Thank you. You wanna see them? Ты хочешь увидеть сережки свои? Сейчас хочу спросить. You're so beautiful, Стефани. Ты хочешь носить? Ты хочешь сережки? А без сережки тебе дают подарки. Я тебе даю подарки. Ты хочешь такого дракончика? Возьмешь его? Или нет? Или оставишь? Это икона. Блин, ты что здесь набрал? Это будет стержень. Нет, стержень не будет такой, мне не нравится. Выбирай. Выбирай то, что тебе нужно. А делай подарок. Все, ты принцесса? Ты моя принцесска. Каролинка не хочет такого счастья. Ты у меня принцесса, да. Любит краситься. Лину немножко другой интересует. Как она долго ходила, да? Долго ходила по торговому центру, успокаивала сама себя. Сейчас я успокоюсь, сейчас я решусь. Такая не смешная. Так, давай. Да, говори. Я сделала подушку. Какую? Она какая красивая. Там синий, красный и белый. Сама, да, все шила сама. И там можно рисовать. Это подушка Крайола. Подушка Крайола, да? Я ее сделала сама. Молодец. А внутри-то что ты там сделала? Наполнитель. А из чего наполнитель? Из бумаги тоже. Да? Классно. Молодец. Это первая подушка. Первое вообще твое шитье. Может быть, Шарлотта ляжет на твою подушку? Нет, она маленькая, на щеночков. Она не там месяц, она сразу ее расплющит. Ленка, такая мне интересная. А ты? Да. Ей можно рисовать. Да? Я еще вот эти тапочки клево сделаю. На тапочек можно рисовать будет. Ты нарисуешь, ничего не страшного. Да? Можно какой-то красочной подушкой спать. Вон сколько индюшек ходит, много диких. Никто их не ловит. А я помажу. Гуляют просто, видите? Она очень полненькая. А такие жирненькие, такие хорошенькие. Она как Санька, она вот такая. Купила себе посуду сегодня наконец-то, потому что у меня ее не было дома. А половину повыбрасывала. Взяла сегодня просто в Walmart'е такой набор, Pioneer Woman называется. Мне почему-то понравился. Во-первых, недорогой и такой довольно-таки, видите, ажурный такой весь прям. Красивый. Вот. И вот такую вот кастрюльку взяла. Это все можно в духовке готовить. Только тяжелая, блин. Вот. Стеша делает пиццу сегодня, да. Я о школе говорила о пицце. Да? Да. И что там говорили? Что-то о книжку о пицце. И там были настоящие помидоры, и купе человека. Только какой? Не настоящий человек. Понятно. Не настоящий. Понятно. И настоящий помидоры, и руки. Ты какой пиццу любишь? Сырную, сыр чеддер, да? Соуса у нас нету такого специального, но будет кетчуп, ладно. Кстати, вот девчонки также делают бабулины поделки, которые прислали они с России нам.
Вот. Такой вот слоник будет красивый, блестящий. Ну, долго мы будем, наверное, делать. И быстро. Ну что, Стеш, давай бортики делай. Достаточно теста, у тебя кусочек не очень большой. Давай, лепи бортики. Что-то у тебя рукав здесь немножко вот так вот. Ага. Не испачкала. Стеша любит готовить у нас. Любительница особенно готовит пиццу. Да, уже не первый раз я делаю, скажи, да? Да. Молодец. Умница моя.